Эксперименты, познавательные игры и вкусное угощение. В атмосфере праздника и веселья детям рассказали о правилах дорожного движения. В молодом микрорайоне проживает много детей, которым уже в этом году идти в первый класс. Поэтому рассказывать о ПДД малышам просто необходимо, уверена управляющая компания «Взлетная», которая, к слову, и организовала акцию. Праздник проводится уже второй раз для того, чтобы дети в непринужденной обстановке закрепили жизненно необходимые правила. Поддержала акцию компания «Импорт Лифт Сервис», которая, кстати, тоже отвечает за безопасность движения, только не на дороге, а в лифте. На празднике детей также угостили сладкой ватой, за которой выстроилась огромная очередь, и лимонадом.